Да, Редж, извини. О, кого я слышу? Что, собрание клуба проводников окончено? Я просто хотел с ней поговорить. Вдруг она нам поможет. Прости. Только вот не надо мне тут опять губы надувать. Терпеть этого не могу. Ты же знаешь, таких людей нельзя оставлять на свободе. Ты не забыл случайно, кто еще относится к таким людям? Это другое, ты не такой. Да, я знаю, я твой брат. Так вот, твой брат просит, чтобы ты помог ему выжить. Если не ради меня самого, так хотя бы ради нашего племени. Ладно, что тебе нужно? Спасибо. Мне надо узнать, на что еще годится эта новая сила. А по ретранслятором ты у нас эксперт. Все, отправил. Это ради племени и тебя. Спасибо. Расскажу, что получил. Я знать не хочу, что ты там получишь. Пока, Реджи, надутые губы. Проныра, тебе попадались такие светящиеся дезовские ящики? Ага, видела такие. По-моему, это чтобы нас выслеживать. Ну, а я придумал, как из них выкачивать энергию. Вот хочу попробовать усилить неоновую способность, которую ты мне подарила. Подарила? И я подумал, может, сгоняем вместе? Научишь меня каким-нибудь новым трюкам? Я сегодня квоту по наркодилерам уже выполнила, так что можно. Умница моя. Да иди ты. Вроде один такой ящик должен быть на углу второй и Мэйн. Да, я видела. Встретимся там. Самое оно. Приветище, это Second Son. О, меня уже полили, бежим. Бежим скорее отсюда. Интересно, не оном? А, точно. Я ж теперь... скорость света. Я ж теперь по веншахте-то могу? Нет, не могу через веншахту. Я только могу забежать по стенке дома. Вот таким вот образом. О, как темно-то здесь. Ничего себе. В общем, ты все слышал. Телефонный разговор был у тебя на слуху. Также мы задружились еще с этой девчонкой, которой я предложил встретиться. Скорее всего, типа свиданка. Не знаю даже, чем дальше все это завертится, закрутится. Может, там любовь морков. Ну, посмотрим, в общем. Сейчас же нам нужно бежать к ретранслятору, чтобы получить какие-то новые способности. Неоновые новые способности. Кстати, давай-ка посмотрим, что у нас там по талантам. В комментариях писали, что я могу как-то переключаться между способностями. Но это будет чуть позже. Значит, смотри, вот дым и огонь, который мы прокачали. Они никуда не убежали, наши способности и таланты. А вот неон. Куча всего тоже тут появилась, нужно все это открывать. Но прежде давай мы соберем осколочки. Где-то здесь тоже дрон летит. Сейчас осколочки мне, пожалуйста. А где он? Он снизу, что ли? Подожди, давай спустимся вниз. А, вот ты где летаешь. Бабах. Вот, значит, мы сейчас их пособираем, эти осколочки. Бежим к ретранслятору и качаем все способности. И таланты закидываем еще. Ну и, конечно же, похищаем свет с вывесок. Обожаю это делать. Мне так это нравится. Даже покруче, чем дым воровать. Звучит, конечно, глупо. Пойду-ка я дым сворую. Ну вот, меня засекли. Чё, давай попробуем наши новенькие силы. Как мы... Стой, убегаем, мало здоровья. Мне сейчас будет хана. Кстати, в комментариях спрашивали, как он понимает, когда у него восстанавливается здоровье. Смотри, вокруг белая такая аура. А вот сейчас мне уже хорошо. Вот, я, значит, и здоровье пополнил. Где-то куда-то кто-то сюда залетел. Или мне показалось? Ну чё, ребятишки, поиграем? Тра-та-та. А теперь джедайские мечи всякие. К делу пойдут. О, я еще вот так могу. Круто. На тебе, моим джедайским мечом убегаем. Я теперь быстрый, попробуйте меня поймать. Он где-то наверху сидит, ага, увидел. О, как это я, что это я сделал? Я как-то его перевернул нереально. Давай сюда подбегай. Хопа, видал? Кто тут еще такой дерзкий? Нате. Убегаем. Давай. Снайпер чуть нам по жопе не надавал. Так, как бы их сбросить оттуда? Жалко нет ракет, как у огненной способности. Вот так зато сделаем. Все равно расфигачим. Кто-то сдается даже. Ох, как я захватываю теперь людей, интересно. Волшебство прямо. Это я забираю. Тут есть способности. Да не это, вот это вот ломай. Воу. Че это меня так подкинуло? Еще есть вот такие вот штуки, смотри. Это я типа парю в небе. Здравствуй, мадемуазель, я чуть тебе на голову не приземлился. Аккуратнее надо, смотри. Не только влево-вправо, но и наверх еще. Когда дорогу переходишь. Освободил чебриков. Есть тут еще камеры. Сейчас мы их подшибаем. И, наверное, по осколкам. Сейчас я гляну, сколько я уже там осколков набрал. Осколков, где они, где осколки? 10 осколков, это я тебе хочу сказать прилично. Вот они, камеры, на меня смотрят. Извращенцы. Не говори. Значит, поскольку мы набрали 10 осколков, я предлагаю сразу бежать потом к сюжету.
Сейчас наркоманам атата сделаем. Наркоманчики, вы где? Забрали? А, кстати, есть какая-нибудь дымовуха неоновая? Не, нету. А наркоманы меня уже запалили. Достают джедайские силы! Опа! О, как будто теннисный мячик отлетел. Тебя забираем. Словно завербовал чувака. Это разбиваем. Вот и все. Добрались до ретранслятора. Тут, оказывается, еще есть осколочек. Где-то он на крыше. Вот он, прямо здесь. Сейчас заберем. И пойдем качать способности. А, подожди, это не ретранслятор, это подружка наша новая. Ранира, нам сюда. Мне и тут хорошо, не хочу лишний раз светиться. Сейчас такое увидишь. Что она сейчас должна увидеть? А, ну конечно же, вот он и ретранслятор. Ок, давай разбомбим его. По-моему, это неудачная идея. Справляйся сам, Ди. Гляди, как меня таращит. По-моему, я открыл луч. Если сейчас что-то было, я не разглядела. Вы тут не видели девушку? Невысокая такая, волосы фиолетовые. Так, а что, в голову просто стрельнуть? Без пощады, огонь на поражение. Ого, они взрываются, когда я в голову попадаю. Ничего себе. Я слышала стрельбу. Говорил же, нас отслеживают. Я думаю, это был просто патруль. Ну, я нашла еще одну такую штуку. Я оставила тебе метки. Видишь? Неоновый маркер. Да, вижу. Следуй по меткам. Может быть, вот здесь? А, вот, вот эти метки, все. Нашел, увидел, получил. Ну, подожди, сперва я пойду еще освобожу людей. Привет, ребятки! Я тут за народцем пришел. А, клетка подозреваемых уничтожила. Как? Неужели я своим лазерным мечом все раздолбил? Черт, или это все бандюганы? Ну, в смысле, дезовцы. Случайно бомбанули. Вы что натворили? Невинных людей порешили. Специально бежал ради этой клетки, а вы все испоганили. Вот вечно они все портят. А, кстати, че их все мечом да мечом? У меня же новая способность есть. Сейчас по головам постреляю. О! Короче, когда я попадаю ему в голову, он превращается в бомбу. Это классная способность, когда ты в гуще противников. Ладно, продолжаем бежать по следам нашей подруженцы. Мы сейчас где-то под мостом. Ага, теперь уже наверх. Дальше куда? Тоже выше подняться? Стоп, все, я у точки. Она возле воды. Да, получай! Не будешь больше отраву толкать, так тебе и надо. Эй, курилка, присоединишься? Блин, какая я тебе курилка? Хочу в голову попасть, но это сложно. О, попал. Враг уничтожен. Капитуляция не принята. Ну, подумаешь, не принята, и что теперь? Давай, сейчас я еще тут дрон заберу. Вот. Так что там, продолжим разговор или нет? Или мне на точку надо встать? А, тут еще один ретранслятор. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Дайте лазер, пожалуйста. Хочу лазер. Ну, это не лазер, это бомбочки. Давай затестим. Чувак, ты в норме? Да, тебе нужна помощь? Не то чтобы нужна, но валяй. Но вроде неплохо. О, как она умеет. Они прям в воздухе зависают, когда она по ним попадает. А, нет, это от моих бомбочек. Нифига себе, прикольно. Ловите, ребят. А теперь попадаю в голову. Хоть одному в голову-то попади. Да ё-моё, не попадается. Во-во-во-во, подрыв. Ха-ха, закружился паренек. Запутался. Так, в голову, в голову, в голову. Да попади ты. Закончились неоновые способности. Надо где-то неончику подсосать. Сейчас, подождите, вот тут. Давай, забирай, забирай. Есть. Лови гранатку, паренек. Черт, промахнулся. Давай. Бабах. И в голову. Есть попадание. Короче, когда я врагов уничтожаю, это плохо. Ну, когда я их подрываю или еще что-то с ними делаю. Тем самым я их как бы спасти потом не могу, поэтому... Это казнь, грубо говоря. И страдает моя репутация. Так, вроде нашла еще один. Просто следуй по меткам. Ну как, нравится убивать дилеров? Кайфово, скажи. Мне кажется, пора уже отстать от этих... дилеров. Ты что, размяк, Ди? Слушай, у нас есть способности, а у них нет.
Значит, мы должны быть лучше, проявлять снисхождение. Сама подумай. Ладно, как знаешь. Иди добудь себе новые способности. Итак, что у нас здесь есть? Стазис-пузырь. А, ну это вот только что мы этой штуке научились. Давай апгрейдим. Дальше у нас есть неоновый рывок с прыжком. О, это то, что я хочу. Очень-очень хочу. Качаем. Дальше у нас есть быстрое поглощение. Тоже надо прокачать, а то я запарился стоять по 3 часа у неоновых вывесок. Поглощение неона. Увеличивает максимальный запас энергии. Ну, с этим мы пока повременим. Вот здесь вот смотри, что-то мы можем вкачать. Лазерный фокус. По-моему, о нем я как раз тебе говорил. Вкачиваем. Быстрая перезарядка. Это про что? После перебежки на скорости света способность лазерный фокус мгновенно перезаряжается. А, ну отлично, давай вкачаем. У меня осталось еще чуть-чуть способностей. Неоновый луч. Давай вкачаем. Ну и стазис-пузырь тоже вкачаем. Все, все таланты распределил. Значит, что мы умеем? У нас теперь лазерный прицел появился. Слабые места. Это хорошо. Теперь мы можем еще и в воздухе прыгать. Сейчас попробуем. Прыжок. Вот, 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 вот это вот. Да, это то, что нужно. То, что я хотел. Когда бежал за этой барышней, она прыгала как-то непонятно. Я также хотел, но не мог. А теперь могу. Значит, забегаем на здание. Бежим, 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 бежим. И теперь со здания на здание надо как-то прыгнуть. Вот так вот я прыгаю. У-ху! Вы входите в запретную зону. Да пофиг вообще. Хотя можно и отвоевать. Можно я отвоевать. Чё вы, ребятки, где вы там? Знаете. Кстати, надо прицел свой попробовать. Значит, вот тебе гранатка. Прицеливаемся. Чёрт! Всё. Эх. Всё профукал. Ну, кстати, враг обезврежен, и это хорошо. Когда прицеливание идет, время замедляется. Всё понятно, что такое прицел. Прыжок. Перенос. Ей, ребята, я здесь. Захват. От Аташки, но он еще жив. Куда собирался улететь от меня? Все равно его отпустил. Ладно. Во-во-во-во, вот это я люблю. Вот это я люблю, ребят. Бах, разносить ваш. Почему, куда я так улетел-то опять? Нормально так шлепнулся. О, звездочка опять появилась. Так, ладно, пойдем к звездочке. Сейчас заодно и людей освободим. Где-то тут клетка есть. А КППшку этих дезовцев мы разнесем чуть попозже. Снайпер. Бабах. Ну вот, да, когда я их убиваю хедом, они взрываются, и, соответственно, у меня минус репутация. Это не очень хорошо. Ладно, не буду пользоваться этой способностью. Я же все-таки хороший парень. Ребят, бегите. Вы свободны. А я на точку. К следующему ретранслятору. Он тут, кстати, поблизости. А, вон она на той вывеске остановилась. Она спит там. Точнее, лежит, отдыхает. Кайфует. Сейчас тогда мы к ней поднимемся. Думал, от нас так просто избавиться. Черт, не совсем удобно, конечно, бегать так. Да стой ты! А это не она, это дрон вообще. Ладно, поглощаем. На это я поглотил вывеску, а мне нужен дрон. И дрон поглощаем. А дальше нам куда? Вон туда. Запалил. Полетели. Уху! Подожди, это она бежит, нет? Вот это кто? Нет, это просто спортсменка какая-то. Черт, проследи еще за ней. Вот мне больше делать-то нечего. Я наверху. Дальше нам вон туда. В какой-то лес идем. Она что, нас на пикник, что ли, позвала? Пикничок намечает. Уже на карте увидел ее. Она опять у воды. Вот она где сидит. И тут ретранслятор. Вон он. Иди трясись в свое удовольствие. Спасибо. Сейчас потрясусь. Не совсем понял, что это. Издалека силы у машин забирать? Ты, ну, первый. В смысле, свет. Нажмите и удерживайте R1, чтобы выпустить фосфорный луч. О, ну, наконец-то. R1, получай. Нифига себе. Вот это разнос. Это почти как ракеты у пепельного чувака, только, ладно, только пора круче. Выходить на след. К следующему ретранслятору. Он тут недалеко должен быть. Ладно, побежал. Прыжок. Блин, нужен двойной прыжок. Вот тут его явно не хватает здесь. Наверх. Куда? Куда нам? Вон туда, да? Окей. Снова по следам.
Где-то она здесь. Я вот ее прям вижу. А, так вон она там стреляет в кого-то. Разбирается. Разборочки у нее там. Так, стой. Нам нужно вот сюда за дроном залететь. А она пускай там разбирается. Ну что, там всех разбомбило? А, нет, еще, смотри-ка. Ловите ракету, ребят. Бабах. Все? Ну что скажешь, я красавчик? Ты, по-моему, в стенку стреляешь. Бабуля. Получила? Ты что творишь, негодяй? Неоновый взрыв? А, нет, неоновый беспредел какой-то. Как будто из пулемета буду сейчас стрелять. Нажмите. А, ну да, это супер-убер-сила. Врубаем ее. Оу-оу-оу. Боеприпасы получены. И теперь стрелять могу или что? Или он сам будет все делать? Нифига себе. Проныра так точно не делал. Вот это да. Черт, я не знаю, что это, но слышно было даже здесь. Ну вообще, если вдруг захочешь лично в таком поучаствовать. Я подумала над тем, что ты сказал про уличных наркодилеров. Да? Я решила, что охота на этих грязных дилеров бесполезное дело. Вот если выйти на кого повыше, найти поставщика, это многое изменит. Я бы не отказался сопровождать тебя в этом путешествии. По-моему, я еще никогда и ничего не менял. Ага, это прямо как свидание со смертью. Проныра, я вижу, что ты начала брать наркодилеров живыми. Это что? Операция завершена. Подсветка. Это вот это что такое? Или она просто стала рисовать какие-то рисунки? Значит, у нас теперь есть два задания. Так, копы. Но ё-моё, получайте. А чё эта БТР не сразу взорвалась, я не понял. Во, вот это сразу я понимаю. Кстати, мирный житель пострадал. Чёрт. Мирный житель, давай вставай, беги отсюда. Беги от этих негодяев. Они тут устроили дискотеку. Ну, точнее, устроил-то я ее. Если бы не я, тут точно дискотеки не было. Без неончика какая же дискотека, правильно? Опа. Подножечка. И тебе сейчас. Негодяй, убежал. А, нет, стой, стой. Или это другой прибежал. Куда ты... Иногда так напрягает за ними бегать. По идее, это они за мной должны бегать. А в итоге получается все совсем наоборот. Наконец-то. Разобрались. Ну что же. Синяя звездочка — это, скорее всего, мой братец. Красная звездочка — это, скорее всего, Проныра. И теперь у меня есть выбор: пойти по хорошему пути или по плохому. Ну, я, наверное, предлагаю все-таки поглотить неончика, похавать на дорожечку. И пойдем с наркоторговцами разберемся. А там дальше посмотрим. Наркоманчики, наркошики. Где они тут? Давай на крышу залезем. Наркоман, вы где? Где-то с этой стороны? А, вот вы где. Привет. Я всего лишь хочу отобрать у вас наркотики. Это плохая штука. Вот молодец, сам сдался. А ты беги, ты чё тут? Простите. Чё, простите, сколько тут прохожих обычных? Вы чё, наркоманить хотели, что ли? Предлагаю попутно еще пошкодить. Граффити нарисовать. Ну, понеслась. Моя творческая душа в рай. Тряси баллон. О, человек со смартфоном. Что-то новенькое, что-то интересненькое. Опаньки. Готово, следующий шаблон. Какой-то робот, что ли, у нас? Дальше. Ну, вроде бы все, я прям Пикассо. Неплохо, неплохо. Как бы сказал англичанин, not bad. Дорисовочки какие-то. Человек из сказки и баллончик краски. А, фоткает разбитый БТР. Ну, понятно. Граффити нарисован. Можно еще одну граффити нарисовать, но что-то пока не до него. Ух ты! Разобрался тут с наркоманами, и теперь вы, Светоч, на шаг ближе к славе героя. Ничего себе. Так, а где тут наркотики? Ой. Нафиг их! И где-то еще один наркоман должен тут ходить. Вот и где.
Спасибо вам, товарищ. Теперь благодаря вам я стал светочью. Население боготворит меня. Говорят, что я борец против наркоманов. Залез, короче, в талантики и нашел бесконечную скорость. Это же офигенно! Ты посмотри, что там на ролике показывает, что он там вытворяет. Короче, качаем бесконечную скорость. 5 осколков, у меня было 6, и теперь мы ультрабыстрые, как настоящий флэш, понеслась. Я сейчас даже кнопку не буду отжимать, и просто ты посмотри, что мы творим. Прям как проныра. А что, если я сейчас полетать попробую? Вот мы сейчас забегаем на крышу. Ё-моё, как это круто. Вот я взлетаю. Можно воспользоваться вот такими вот способами. И все. Я добрался до красной метки. Ну, думаю, если там что-то плохое, то почему бы не пошалить? А то я все правильный, да правильный. Битва с нетерпимыми. Вначале чуть не прочитал битва с терпилами. Операция битва с нетерпимыми недоступна, потому что вы решили склонить проныру к добру. Ну все тогда. Побежали к синей звездочке. А я-то думал, сейчас я тут пошалю, поразносю чего-нибудь. Конечно. Все, добрались до синей звездочки. Давай посмотрим, что нам там скажут. Разгром тайника. Ну где ты, лучик? У меня же столько проводников на очереди. Ты только не злись. Хорошая новость, можешь начинать без меня. Идти навстречу опасности в одиночку? Порадовало. Я узнала, что недавно прибыла большая партия наркотиков. Она в гавани, в плавучих домах. Плавучие дома в гавани. К черту подробности. Партия большая, так что, скорее всего, она хранится в плавучих домах. Я бы стала искать там, где нарисован дельфин. Это символ их группировки. Уже лучше. Но меня не жди. Проныра, я в доках. А я здесь, на крыше. Сложно подождать пару минут? Вот поэтому и не люблю работать с бабами. А где она на крыше? Я вот это не понимаю. Тихонечко забираем чувачков. Черт, меня спалили, кажется. Кажется, меня спалили. Ой, я не хулиган. Я борец за справедливость. О, двое тут сдаются. Ништячок. Это меня радует. А вот и снайпер. Сейчас мы тебя бахнем. Получай. Получай. Снайпер взорвался. Я не хотел этого, но по-другому никак. Либо я, либо снайпер. И этот тоже взорвется сейчас. Бамбалили, это хорошо. Опа-на, а я уже здесь. Уху! Всем стоять! Это должен говорить я, это моя фраза. Далековато, конечно, но, кажется, я вижу пару плавучих домов с дельфинами. Где? Так, искать. Давай, открывай. Что там? Вот это партия. Сжигай это, что ты смотришь? Ага, наркота. Проныра, я отмечу плавучие дома с наркотиками, чтобы тебе было легче их уничтожать. У тебя руки так и чешутся, что-нибудь размалевать. У меня-то да, я еще тот графист. Где отметку-то сделать? А, Вова здесь. Давай рисовать. Я упростил тебе задачу. Ищите наркотики в плавучих домах у пристани. Ну ок. О, там еще солдатики бегут. Вот вы где. Получил? И ты тоже получил. Ну, вот таким вот макаром их можно обезвреживать, в принципе. Так, что-то я здесь мог... А, вывеску, наверное, забрать. Ага. Кто там посмел в меня стрелять, а? Получай. Горшочек с цветочками из-за тебя пострадал, негодяй. Я задержался, потому что ты сказала дельфин. Но ведь ясно же, что это белуха. Ха, распространенная ошибка. Поэтому я не люблю работать с парнями. Кто над кем подшутил тут сейчас? Давай метку уже ставь. Дама, отойдите, пожалуйста. Что вы тут встали? Стой, я что-то слышал. Откройте дверь. Плавучий дом и узнайте, кто заперт внутри. Ну давай. Ты кто? Все, я его высвободил. Там было написано «Узнайте, кто заперт», но я даже не выяснил, он просто вырвался и все. Ладно, давай рисовать. Опять цветочки нарисую. А ты не говорила, что на вечеринке будут девочки. Я знала. Похоже, дилеры сделали из шлюх живые щиты. Понятно. Почему там дама на крыше терлась? Это вроде большая партия. Наверняка ее разнесли в несколько домов.
Вот здесь. Вон они, вижу. Открывай. Эй, есть еще женщины легкого поведения, которых здесь держат против воли? Давай, освобождай. И нарисуем сейчас рисуночек. Что в этот раз? Оу. Опа, походу мы разворошили осиное гнездо. Иду. Бабах. А где? Это что-то не похоже на осиное гнездо. Какая-то мелкая... А, вон туда. Нифига себе народу прибежало. Давай скорее туда. Отожли от меня, а то я заюзаюсь. Это женщина была. Блин, отхватила джедайский меч от меня. Женщина легкого поведения. Ну что, ребят, вы готовы? Вот вам суперспособность моя. Давай, давай, юзай ее. Что-то... Капец, ты смеешься, что? А, блин. У меня забрали суперспособности, когда я... случайненько джедайским мечом порезал теточку прохожую легкого поведения. Я про это совсем забыл. Ладно, будем, значит, рукопашечку. Вначале со снайперами разберемся. Да давай, лупи их. Кумарь со всех своих способностей. Вот. Следующий. Бабах. На тебе бомбочку. Тебе тоже бомбочку. Допусти бомбочку вон туда. На двоих не хватило, к сожалению. Есть. Суперсила у меня пока накапливается. Ловите бомбалейлу. Черт. Готов. Еще бомбочки. Новогодние, рождественские. Черт, да че ж я так промахиваюсь? Есть. Ну как, идем на штурм? Лучше подождем. Пусть сами придут к нам. А, сидеть и ждать. Моя любимая стратегия. Не желаешь влезть на крышу и полюбоваться фейерверком? Я собираюсь поджечь эти наркопритоны. Конечно, хочу, ты что? Сейчас я только человечка поймаю одного, который сбежал от нас. Мне вот эта хорошо, тачка прикалывает. Хорошо, что ты освободил женщин. Теперь можно взорвать эти притоны. Это точно. Вот эта вот тачка. Нога. Это забавно смотрится. Все, нам, короче, нужно наверх. И сейчас будем смотреть фейерверк. Я здесь. Готов? Я пришел. Ну, да. Давай, зажигать. А что, теперь просто стрелять нужно? Вот я такой вот луч хочу, как у нее. Последний домик. Научи меня таким же лучом пользоваться. Он крутой. Три злых дельфинчика всплыли кверху брюхом. Три злых белухи. Не парься, все ошибаются. Ага, подколол меня. Делс, проснись, зашевелились. Следуйте за грузовиком так, чтобы вас не заметили. Наверное, перевозят что-то на главный склад. Давай за ними, сами нас туда приведут. Ок. Можно я просто на этот грузовик спрыгну, да и все? Юхо! Пойдем по крышам, чтобы их не спугнуть. Самое главное, не дать им скрыться. Ну, пошли. О, блин, тут уже опасно. Либо на ту сторону, но там далеко. Давай по этой стороне пойдем. Вот таким вот образом нас не запалят. О, проныра уже вон там. Она меня опередила. Какая ты шустрая. Подожди-ка меня. Черт, у меня не хватает мощи туда допрыгнуть. Вот я здесь. Я туточки. Машина там. Хочу на ту сторону добраться. О, поезд, прыгай. Я на поезд запрыгнул. Круто. А на машина в другую сторону уходит. Черт. Чуть не провалил задание. Вай, надо, чтобы меня еще не заметили. Спокойненько. Кажется, все обошлось. Ух. Пока бежим. Сколько тут дезовцев. Или это наркоманы? А, это наркоманы. Они свернули в переулок. Похоже, мы на месте. Так, какой у нас план? Навалять им. Навалять – это не план. По-моему, хороший план. Ты там уже фигачишь всех?
Ну ладно, тогда я вниз. Ребята, здорово! Вот это нормально его накрыло. Че, кто следующий? Смотрите, как могу. Вот так вот. Могу еще бомбочку кинуть тебе. Иди сюда. Почти. Еще красненький вот здесь. Джедайский меч. Меня Йода научил, если что, владением этого меча. В грузовике кто-то есть. Сейчас достанем, кто там у нас. Помогите, опять кричат. Открывай. Ну все, дамы. Вы свободны. Злодеев больше нет. Идите, живите, любите. Но лучше бесплатно. Самое время порвать с наркотой. Здесь ее больше не будет. Это ваш шанс. До свидания. Неужели это так трудно? Сказать спасибо презренным биотеористам. Кстати, ты спас меня, спасибо. Неужели ты теперь прекратишь ритуальное убийство наркодиллеров? Половина твоей фишки. А другая? Половина. Вообще-то это все. Вся твоя фишка. Не бойся, я найду другое применение своей страстной натуре. Вот в боксе. Это вот так ты себе представляешь романтику? Ты сентиментальная психопатка. Давай-ка сбросим всю наркоту в воду. Может, рыбок немножко вштырит. А вдруг дельфина? Эй! Я тебе нравлюсь. Ну, же ж, по-моему, удачненько все. Операция завершена. Разгром тайника. Я проснулась, а тебя нет. У меня свидание с моей второй женщиной. С Августиной. И что ты в ней нашел? Силу бетона. Вот мужики, у вас одно на уме. Кстати, я думаю, твой брат бы тобой гордился. Тем, что я уничтожила дилеров наркотики и освободила секс-рабынь? Конечно. И меня бы он тоже одобрил. Да. Если бы он видел, как я разбираюсь с этими притонами наркодилерами, он бы гордился сестренкой. Мы молодцы, Делс. Теперь посмотрим, как эти гады в телеке все переврут. Чудесно, хоть день наступил, слушай. Но нам пора уже закругляться. Если тебе понравилась эта серия и неоновые наши способности, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, чтобы не пропустить следующих роликов, в которых мы с тобой увидимся. Так что до встречи!